Ня-н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 я. А вот и всем привет, друзья. Это очередная серия прохождения Genshin Impact без молитв. Сегодня снова выпуск с подписчиком. Но это не Татьяна. Это Елизавета с ником Разум. То есть то, чего у нас нет. Привет, Елизавета. Сегодня у нас... Я сегодня буду в прямом эфире про маты говорить. Да, про маты говорить. Если что, мат, как говорится, только оправданный, если что. Редко. Тем не менее, сегодня... Вы часто упоминаете. Да, да. В своих видео. Конечно. С матами. Панацея матов. Сегодня у нас будет такая помощь в раздумье, потому что персонажики у меня пока что еще довольно слабые, а у меня возвысился уровень мира, и это ставит меня в трудное положение, точнее нас. Да, я очень затруднена. Сегодня разлом, поверхность разлом подземной шахты, в конце чуть-чуть по подземельям походим, надо персонажей покачать, и у нас есть помощник. Это Сигна у тебя? Нет, это молитва. Молитва святым ветром. Ветром. Да. Так, ну вперед за телепортом, который находится внизу. Там, кстати говоря, загадочка. Вот с нее начнем, пожалуй. Комментарии ваши читаем. Значит, Настя вернулась. Настя, здорово. Все в порядке. Кто здоров? Ты. Че, с ума сошел? Если это значит здорово, значит... я боженька, когда реально здорова. Тем не менее, все в порядке, все живы. Ну да, живы. И живы, и это точно. А, двуручника я решил не брать. Ну, что поделать. Нафиг нужен. Что? Конечно. Это не надо тебе. Не переходи на темную сторону. В этих штучках прячутся сундучки всякие различные. Они тут определенно полно. Так вот, по комментариям. По комментариям следит за нами Татьяна, как и прежде. Следят и другие ребята. Наблюдение идет полным ходом. Забавно, что мы знаем своих сталкеров. Да. Это хорошо. Это хорошо. Выпуск подписчикам, это, в принципе, доступна всем такая функция. То есть, если хотите поучаствовать в совместном кооперативном выпуске, то... пишите об этом в телеграм-канал, мне в личку пишите, точнее, телеграм-канал есть в описании. Ганю всех уничтожила. Староцвет. Староцвет, да. Тебе не нужен двуручник, я тебе отвечаю. Да, можно воспользоваться хитростью. Ура. Так, телепорте где-то внизу находится. Судя. Уже которых сумеру доведет. О, у тебя питомец даже есть. А за что его дают этого питомца? А, фея-то? Да. Это, по-моему, уже раза три давали. За ивенты, за всякие. А, понятно. В январе тоже ивент будет с феей. Угу, да, я помню, что-то такое. В новом обновлении с 4.4, который будет, там очень много всяких приколов. Есть и будут. Сундук тут есть. А в принципе, ладно, убьем их всех. 72 уровня враги, а у меня итер даже не 70 уровня, но. Как мы видим. Там до определенного момента можно неплохо даже на 4-5 уровней выше тебя драться. Ну, не со всеми. Я когда начинал на основе играть, я там вообще, получается, не прокачивал никого, я вообще ничего не знал. И поперся на драконий хребет на 20 уровне, на врагов 50-60 уровня. Мне писало, что все очень опасно, все очень опасно. Я сюда заходил, мне все убивали все время. Это было грустно. Так. Этот питомец так вот прикольные звуки издает, релакс, так сказать. Что еще по новостям? Я могу взять Эолу, если хотите. Что? О, Эола. Я могу взять Эолу. Физа. Давай. Эола. Нам это надо. А в чем преимущество Эолы? Вот я не знаю, как это. Мне Эола не особо нравится. Физурон. Без понятия. Я случайно вообще выбила. Еще на первом баннере. А.
Понятно. Ты тот самый человек, который реально ждал ее реран. Нет, я ее на первом выбила, и потом она у меня держала до поры до времени, пока ну, разве что, да. Не понадобилась слеза. Понятно. Так, мы движемся просто куда глаза глядят, вижу такую штуку, что у нас здесь происходит? Что у нас здесь? Что у нас по сериям остается? У нас остается одна буквально серия в Лиюэ. Исследование мира, сундучки, задание мира. Будет большой выпуск. И мы наконец-то переходим в Надзуму. Основная сюжетная линия, так сказать. А зачем я это взял? Тут ничего нет. Хорошенький вопросик. Ладно. Было и взял. Ладно, пойдем тогда в телепорт возле ущелья Тяньгун. Что-то сундуков не попадается. Вот так всегда. Когда смотри, там тебе нужен лучник. Вижу. А лучник у нас есть у Елизаветы. Да, коней. Пупырышки. Кстати говоря. Ага. Ну, Итер дурак. ГеоГГ. Ненавижу ГеоГГ, ребята. Ненавижу. Так вот, скоро Инадзума, да. Но между Инадзумой и Лиюэ будет еще специальный выпуск с ивентом, который уже закончился. Сегодня. Сегодня а вы не нет. Хотите? Да, все задания там есть, поэтому будет еще отдельная серия с ивентом на этом аккаунте. Там фею вижу. Если что, я вижу фею. Настя, я вижу фею. А вы не хотите дойти до Сумера получить? Дендра ГГ через путинизацию играть. Барбарой. Было бы, конечно, хорошо, но это слишком хорошо, чтобы просто... было правдой. Ну, я не просто знаю, ну как-то, очень рядом. Как-то, ну, а у меня стена открыта даже. Потому что колеи прокачивают чуть-чуть. Ну вот если этот господин решит, что он больше не может ходить с ГГ... Ну вот, пожалуйста. С ГГ, мы пойдем. Вот это вот... Большая скотина, она меня просто унижала, делала со мной все что угодно. Ну как только мы попадем в Инадзуму, у нас будет Электро ГГ. Лучше, чем Гео. Не, Электро ГГ такой же бесполезный, как и... Но он лучше, чем Гео. Ладно, убедила. Я очень хорошо убеждаю. Так, сундучек. Там вижу врагов. Так, Фату, и там вижу человека, на которого нужен гидроперсонаж. Давай я возьму Барбару. Да. У меня есть нювелет. А, у тебя нювелет есть. Фу ты, ладно, так даже лучше будет. Сейчас, подожди. Я буду через бутоны. Угу. А, ну пока ты там думаешь, бутоны я хочу посмотреть, готовы. Что у тебя за аккаунт вообще. Так. Я вообще не знаю, что у меня. А, ты в друзья не добавила меня? Ну, я движуха идет. О, кстати, электрическая диссоциация, поехали. А ты что, тут одинокий такой стал? Вообще урон не наношу. Пиро-боярский. Да, пиро-боярский. Забавно звучит. О, зеркальная девочка. Она красивая. И очень опасна. Ну, то, что она опасна, это мягко сказано. А что делает ультанахиды? Что-то не особо понимаю. Дендростатус не накладывается. Она даже сама не знает. А, так, я вайфу геймер, у меня с уроном не очень. Так что у меня чисто убивает всех, кто нравится. Логично, тоже нужно. Тут какой-то неполный журнал поставок. У похитителей сокровищ неразбериха. Поговаривают, пропал хорек-барахольщик. Товарища внизу, нужно запастись терпением и спокойно дожидаться припасов. Произошло землетрясение, похитители сокровищ в панике. Сегодня не удалось спустить продовольствие. Кто-то разломал формацию Циссин. Так это ж я. Клитофу пропал. Доставку приостановили. Так. Какой-то, короче... Так, а микрофон-то работает у нас? У меня это. Шиза Project представляет. Да, совершенно верно. Так вот, добавь меня в друзья. Я хочу посмотреть твоих персонажей. Как ты их собрала? Это, кстати, интересно. А, вижу, заявочка есть. Так, давайте посмотрим.
Так, Гань, Юй, Хутао, Кадзуха, Сяо. Сяо, у меня Сяо нет. Я плачу. У меня Сяо разобран, потому что я его, ну, артефакты его отдала Кадзухе, по-моему, или кому-то. А, детали персонажа скрыты, ну ладно. В принципе... А, я могу открыть, посмотрите. А, давай, давай, сейчас посмотрю. Кому я их отдала? У меня на основе, если что, можешь тоже посмотреть. Скинуть могу. Mm-hmm. Так. Витая бездна. Бездна, кстати говоря, друзья, с обновлением 4.4 будет усложняться. Так что готовьтесь. О, Кли. No. Ты видела шортс, где Кли, ее бомбочка взорвала мага бездны? Да, которая в здании легенд? Да, я угорал с этого момента кошмарно. Тебя просто разорвало? Меня разорвало, и все разорвало. Так, посмотрите информацию. У меня Кли ходит с Сигной. Главное. У меня ни одного сигнатурного оружия на основе нет. Ни одного. Так, мы туда шли, да? А я вообще 4-звездочным я в основном пользуюсь. Так у меня тоже. У меня 3 легендарки оружейных. То всякие небесные. Я не про оружие, я про персонажей. А, ну ладно. Ну, как-то так. Ну, что поделать. Ну, у меня 13 легендарных оружий. Высчитала. Ну, ты, я так понимаю, донатишь так неплохо. Нет, я такого не покупаю. У меня просто было 3 раза подряд 2 леги в десятке в оружейном. Она точно ведьма, я тебе отвечаю. Меня хотел себе Сигну Фурина хотя бы 1 раз крутил оружейный баннер, мне ничего не выпало. Тут задание есть, но я не буду его брать сейчас. Так, обломки железа пособирали, там фея вижу. Так, кто меня заметил? Неизвестно, кто меня заметил. Давайте поднимемся за феей. Интересно, кто-то получал достижение убить орла в полете? Или сокола, кого-то надо убить в полете? Где она вообще летает, эта штука? Я вообще без понятия, как это выполнить. Я как-то хотел выполнить. На хребте. На хребте есть очень хорошее место. Могу показать. Будешь стрелять? Ну, не сегодня. Сегодня не хочу. И еще это, по-моему, у нее есть задание вот это, которое, типа, направить головы вот этих вот птиц к телепорту, чтоб там открылось поток, там можно драгоценные сундуки получить и рецепт от этого достижения. Там тоже можно все получить. Там журавль, да? Или кто-то другой? Так, у меня такое ощущение, что мы здесь уже были. Так. А куда ты вообще шел? Я хожу просто куда глаза глядят. Я телепортировался в ущелье Фуао. Дыщ, упала. А здесь что? А, тут петряный поток. И чё? И всё. Ладно. Ты чё залез-то? Ого. Но тебе все равно сюда не нужно, там нет прохода. Серьезно? Вроде бы да. Надеюсь, что есть, потому что я хочу в сундуке поискать, но получается, что мы серию тупим пока что. Точнее, я туплю. Это естественно. Ну, конечно. Так, может быть, вниз там вроде бы больше сундуков должно быть. Сейчас походим чуть-чуть. Кстати, мне слаймы нужны. Какая же она агрессивная, очаровательная. Ля-ля-ля. У нас будет скоро шортс, как раз таки про Кли, там будет парочку интересных фактов. Парочку? Не один разве? А? Разве не один? Их там 2. Так. А что ты здесь делаешь? Ходит. тысячи. Неплохо. Кстати, я заметила, что урон, когда в совместном режиме, прям намного меньше. Хм.
Урезают, гады. Что такое? Потому что у меня обычно гонился, стрелы бьет по 33, а тут она вообще так ни разу не ударила. Причем, что у нее нормально так крит урон. Угу. Крит шансы. Ненавижу этих фишапов. В начальном уровне с ними всегда сложно драться. Еще поглощает стихию. Ты что, аж дах что ли какая-то? Демо-версия. Ну, демо-версия, да. Тоже же дракон. О, ударил, наконец-то. Мне кажется, дело в реакции. По-моему, если мне не ошибается, если я не ошибаюсь, когда на враге пира статус есть, гоню и бьет гораздо сильнее, чем обычно. Ну да, через тайника. Я из этого книгу взяла. Еще. Я не понимаю, как собирать Нахиду. У меня у Нахиды мастерства очень много. 700, по-моему. Я так и не поняла, как через бутон убирать. Ну, там, короче, что получается... Нужно что? Нужно что? Гидро в отряд брать и там электро или пира, и вообще пушка получается. Что нужно для батона в гидро? Гидро. Как люди собирают нём это, если у них нет сильной, с нормальной атакой и с ТП больше 35 тысяч? Я только 31 смогла набить. На заряженную атаку? Нет, там типа через картами собирать. А, все понял. Я просто смотрела этот выпуск на фоне, когда играла. Так, что-то у Татьяны так Невелин бил по 30. Я такая думаю, как она его собрала. Ну, мы уже у нее спросить. Да. А я могу даже посмотреть сейчас, подожди, если она Невелин это туда запихнула, то я смогу посмотреть. Так, она у нас Итер, которая за нами. Который Итер? У нее имя, ой, господи, минимальный уровень мира 7. Прикольно. Татьяна, а вот Нювелет у нее есть. Сейчас посмотрим. Итак. У нее Сигна. А сколько у нее силы атаки? Сила атаки, 4, сейчас 4, скажу. 41, Сила атаки 1191, ХП 33. Он там у него чем больше ХП, тем лучше. Мастерство. Так, сейчас. Шанс крит. Шанс крит попадания 51, крит урон 242. Восстанова 106. Ну так-то восстановы не хватает. А почему у меня больше, чем у нее, но я хуже? Может, артефакты. Ну, что-то не так. А, артефакты сейчас посмотрю еще. Друзья. Так, а у тебя. У меня сет на ХП. Куда ты залез? Куда? Ты не Вилета смотрел? Да там все понятно. Ну. У меня его нет, по-моему. Так, цветок на ХП, ну-ка, у тебя... Часы на что стоят? Интересно, на Хутао. Сила атаки. Тоже сила атаки. Говорят, ХП ставить надо. Ну, тебя про Невилета спросили. Почему нет? Почему не получается? Ну, у меня Хутао бьет обычные 250 тысяч с ульты, я довольна. Я Хутао вообще не играю, потому что мне не нравится механика поедания своего же ХП. Там фея и сундук. Я вижу фею и сундук, да. Ну, собрать персонажа это сложно. Типа, ну, на самом деле, будем честны, фантенских персонажей как-то собирать легче, чем, допустим, Сумеру. Это подземелье с... артефактами дремучего леса, это просто обман года. Это круглосуточный обман. Там вообще ничего не выпадало отдельного. Я Тигнари кое-как собрал Кавиха. И все. А у Тани Невилет C0 или C1? Или C сколько? А, сейчас посмотрю. Подождите, а тут, короче, это есть штука для задания для одного будущего. Да? Значит, надо этим воспользоваться. Да. Так. Может? Я, короче, там это подожгу. Спасибо. Ой, боже, Ценорина.
какие-то и артефакты у нее какие-то такие. Мне кажется, дело все-таки в сигне. А у тебя сигны ж нету на ювелете или есть? Нет, у меня вторая молитва на нем. А вот задание какое-то. Уходите, я знаю, что здесь кто-то есть. РГ. Отдайте шлем защиты. Не валяйте дурака, мы первыми на него глаз положили. Короче, похитили сокровищ, ищут что-то. Короче, ищут. Ой, я наступил на что-то. 6 штук, которые разбросаны по всему разлому. Так, давай-ка я отмечу это задание. Молиться. Пока его пропущу. Я просто только сейчас его делала. Только сегодня. Уезжаю на основе. Разлом закрывал. Самое время. Разлом, энкономия и некоторые подземелья в Сумеру, которые отсылают к Энриарх, это лучшие места в Геншин Импакте. Мое любимое место, вот именно, которое типа не подземное, которое не под землей, а наружу. Это Драконий Хребет. Я могу там ползать миллионы лет. Их такой получился. Ну, я так полагаю, Драконий Хребет будет похож. Точнее, Снежная будет похожа на Драконий Хребет. Я надеюсь на это. Здесь, конечно, с этими... А вы с какого года играете? Я играю больше года. Где-то, наверное... Сколько я играю? Год и несколько месяцев. Так. Где-то здесь... А я не помню. Меня подруга все уговаривала. Потом я согласилась... Мой несчастный телефончик получил дозу огромную, которую не мог на себе осилить. Я постоянно бросала, это были порывы. То я очень-очень-очень-очень много играла целый день. А потом я просто не заходила несколько недель, и все. Как бы, естественно, уровень сам по себе не качался. Я очень долго была на 20 каком-то там уровне, 23-м. Больше года, наверное. Просто потому что у нас очень сложные отношения с Геншином. Это очень интересно, но слишком интересно, чтобы сделать все и сразу. Ну да. А я нравлюсь Лиза прям самого. А, ты типа, короче, old получается. Old. У меня просто был аккаунт 60-го ранга, и у меня его украли. Как? Да. Ну, я была дурочкой, и я поставила пароль, типа, очень простой, и его украла моя знакомая. А это вообще обидно. Прям обиднее обидного. Ладно, если бы какой-то левый, но знакомый. Ах, она сучка. Я в него донатила много, на этот аккаунт. И после этого я сказала, что я себе больше донатить никогда не буду, потому что деньги терять хочется. Ну да. И каково это на стороне free-to-play? Почти. Ну, видимо, мне подкрутили как бывшему супердонатеру, и мне везет. У меня сейчас получается на двух аккаунтах 59-й и на одном 53-й. Угу. Ничего себе. Какое у меня лицо круглое, кошмар. Все, опухшее. Я опухшее? Да нет, не опухшее. Странно, я столько ревела сегодня. Очень-очень грустное аниме смотрела. Тебе, Владыка Вечности, или как-то так? Не трогай! Пожалуйста, не трогай, отойди от нее. Мне эти бочки пугают, они прям просят, чтобы ты ударь по мне. Очень трогательное аниме, то и дело заставляет... Нет, не на слезу пробивает, нет. Заставляет рыдать. Так. Потому что там очень много боли, смерти, крови, кишки, туда-сюда. Но это выглядит грустно. Я телепортировал светящие проходы. Мы ищем эти самые сундуки, что-то сундуки не попадаются. Сейчас я адъювант улучшу. Чаёк. Так, Цзинь-У. Да, нужна помощь с улучшением адъюванта, пожалуйста. Раз. А. Я понял. Две круточки, кстати, получили. Совсем скоро мы закончим сюжетку. Через месяца два, наверное, да? Или три. У нас 16 косарей примагемов. Все скрутим.
На клубе... Мне кажется, это будет немножко дольше. Да? Угу. Ну, посмотрим. Там сумеру проходить полгода. Ага, с этими верхними уровнями. С этим апепом и табличками заманаешься. Да, апеп-то ладно, апеп-то еще какой ни крути, адекватный чувак. А вот эти вот... А апеп... А он разве не сюда не легенд на себе? Чё? Спрашивают, не в заданиях ли легенд, а пеп находится. Да, в заданиях легенд. Так, я вижу, а кстати что? Говоря, человек, да. С которого падают, по-моему, жемчужины бездны. А, я с ним дрался, по-моему. Ну, убить лишним не будет. А ты нашел эту полоумную несчастную? О. Магичку. Цинов. Небесный суд, игла наказания не уходит. Электрическую. А что с ней не так? Ну, она пришла в чувство, не понимая, что здесь происходит. А, Катарина, ты имеешь в виду? Ну да. Это задание открывать надо. Я ей просто на голову свалилась, не знаю. Так, где-то здесь, короче, есть камень. Я даже не помню, как сюда залезть. Прямо можно. На этой шляпке. На маленькой. Ты там лезешь или не лезешь? Перебор. На какой шляпке? Вот на этой. На этой? Да. Действительно. Еее, я забрал его. Ты с ним говорить будешь? Нет. У нас сегодня чисто такой выпуск бах-бах сундуки. А вот, кстати, и сундук. Бах-бах. Так, у нас запись идет уже почти полчаса, а мы ничего не сделали еще. Ну так, а что ты должен сделать? Что ты хочешь сделать? Делай, что хочешь. Да, кто это? О, он под реакцией. Так, кстати, эти штучки забираем мы. Обычный сундук, два камушка из стока. Елизавета, как ты относишься к тому, что в Манштате и в Рюе обманывают сундуки? Мне кажется, что просто в Рюе и в Манштате очень простые сундуки. Если бы за эти загадки в Надзуме, на которые дают обычные сундуки, в них бы не давали примагема, я вообще не делала смысла Надзумы. О да, каталисты рулят. Да, я ненавижу Инадзуму, это правда. Так, наверх сейчас пойдем. Там же можно наверх пойти? Можно. Конечно. Так, водичка, не надо меня толкать! Водоотталкивающая жидкость. В смысле водоотталкивающая? Итероотталкивающая, да, итероотталкивающая гриб-звезда. Фея. Где? А, все вижу. Фея. Так, мы можем... Почему я такая бледная? Покачать. Никому не можем уровень покачать. Тут новое обновление, конечно, с прокачкой. Это просто огонь. Это топ. Согласна. Топчик просто, балдеж. Так, куда ты полетела? Ага. Я считаю, что мы хорошо устроились, что мы можем сравнить и плохо, и хорошо, когда было. А те, кто сейчас только начинают играть, они не могут понять все прелести того, что сейчас сделали обновление. Не с чем сравнивать. Там самое лучшее обновление — это то, что можно нормально в подземелье ходить. Да, и не надо бежать. Потому что когда фармишь артефакты два часа подряд, то бегать уже да. Становится. Драгоценный сундук, я вижу еще одного рыцаря черного змея. А я, по-моему, эту дырку не разломала. Или разломала? Наверное, нет. Надо будет посмотреть. Так, Хергер, вот с этим точно не дрался. Я это его имя не помню. Еще бы ты его... Итер. Гениальный человек, просто гениальный. Не успел ты меня ударить.
скучно ему, наверное, тут сидеть вообще одному совершенно. Сидит, ждет что-то. Но чего они же это, они ж проклятые. Они все уже, разум у них просто отлетел. Отголоски конца никогда не затихнут. Он говорит, как наша зауч, она тоже пишет через многоточие. Такая, сегодня многоточие. Так, здесь... Приходите вот туда-то, многоточие. Показывают на радаре, что есть камушки. Я не думаю, что они там. Куда? Они немножко выше, чем ты находишься. Да? Да. Понятно. Заскамили, короче. А какой у вас кимсанги на основах? Чего? На основах что? Ранги? А, ранги. Да. У меня 58 или 59, скорее всего, 58, наверное. Я не помню. У меня 45-й, вечно 45-й, я все еще не могу поднять его. Потому что я почти не играю, соответственно, я не развиваю персонажей, соответственно, я прихожу такая, надо бы кого-нибудь возвысить. Пу-пу-пу, день неподходящий, или пу-пу-пу, я не хочу этим заниматься. Ну вот, так и живем, с неповышенным рангом, невозвышенными персонажами. Ой-ой-ой, ударил меня. На. У тебя на Ганьюй элегия погибели стоит или Лукамаса? А, полярная звезда. Это от Тарталии досталось. А, понятно. Я не угадал. Ну и ладно. Так, плесенники. Так, я сундук забрал, здесь оказывается. Гриб-звезда. А зачем они нужны? Гриб-звезда? Да. Просто чтобы было. Да. Это то, что мы заслужили. Просто так. Стой, ящерка, ящерка. Очень жаль, что эти светяшки не лечат. Угу. Вообще, почему нет ни одной... Нет ни одной статуи. Конечно. Почему нет ни одной статуи Архонта в городе? В Манштате нет. Ну это прям вообще криминал, я считаю. Почему? И в Сумеру. Сумеру они тоже где-то там находятся. Ну вот где город Сумеру? В Фонтейне есть. Да. В Фонтейне есть. В Надзуме в городе тоже ни в одном не видела. Напомню, друзья, вам то, что... На 1000 подписчиков в нашем канале будет будет розыгрыш бесплатной луны на аккаунт. Так что этот момент не пропустите. В Телеграме новости об этом обязательно будут. Что еще? Ну и на самих видео, так сказать. Пока у нас там 700 человек почти набралось. 300 человек осталось. Чуть-чуть совсем. Совсем чуть-чуть. Так, ломаем ему щит. А какой у тебя породы собачка? У меня две чихуахуа. Чихуахуа. Вот. Сложно в уходе создание? Сложная в уходе порода? Не, с ним даже гулять не надо. Они такие маленькие, на пеленку ходят. Вообще топ. Чихуахуа, веселые собачки. Ходят, по-большому? Тоже на пеленку? Так они размером меньше кошек. Там бусинка, ой, бусинка. Сахароза как наваляет. Это на пеленку. У меня весит собака одна, а 2 килограмма. И все. Куда ты полетела? Стой. Ты жадный, да? Конечно, там оно синеньким светится. О, еще один чувак, мертвец, расколовшую сову. Сколько сахароза весит? А, стоп, подожди, ну, я... Ну, не думаю, что она очень много весит, она такая задрался. Легенькая. Но, тем не менее, кошка. Да, Кли у тебя, конечно, бьет так... От души. Так, я покормлю Лизу, то она сейчас сдохнет.
Как зовут твою собачку? Это мальчик или девочка? У меня две. Одну зовут Юночка. Юна. Вот. А вторую зовут Чика. Чика? Да. А Чика это потому что она красотка или потому что... А, я не знаю, мы спали в московском питомнике, и у нее полное имя Чика Ста. Воу. Так что мы решили имя не менять, ну если такое дано в питомнике. Понятно. Вот. Но мы сначала типа думали, что оно какое-то смешное такое, типа Чика. А сейчас как-то Чикуша уже привыкла. Просто одной 9 лет, вот Юня, а Чики всего лишь 4 месяца. Мы их недавно купили. 9 лет, ничего себе. А долго живут эта порода? Ну, типа, у них просто болезни очень много, с ними надо чаще всего по ветеринарам искать. Ну, вообще, как бы все маленькие собаки, это же получается как... Ну, неестественно, скажем. Это все равно какой-то человеческий фактор играет, потому что в природе не существует маленьких собак настолько маленьких. Ну да. При смешении крови. И из-за этого, ну, проблем много у маленьких собак, там у всяких, что этих, там, йоркширских терьеров, у чихуахуа. Так что, ну вот у Юны было прям очень много проблем. У нее там и опухоль была, ну слава богу, уже нет. Так что, а вот Чика, ну не знаю, либо там, так, она может либо попасться мега здоровая, либо очень больная. Не знаю, еще ни разу не видела, что была какая-то такая золотая середина. В меру больная и достаточно здоровая, чтобы выздороветь. Да уж. Что-то ничего нет здесь. Что ты ищешь? Сундуки. Тут разве они есть? Ты не знаю. Кстати, я заметил, что телепорт не активирован один. Вот ай-яй-яй, надо туда пойти. Ну, давай срочно туда. Наверняка, вот сейчас, когда будем вот по какой-то цели идти, определенный, вот сейчас будем встречать много-много сундуков. Когда ты ищешь так целенаправленно, ты ничего не найдешь. Так и не ищи, просто иди. Просто иду. Светлячок удачи очень похож на мини-детектор. Да. Скорее всего, они от одного движка работают. А там вон фея летает. Как ты можешь ее пропустить в начальной локации? Так я тут особо-то не ходил, по-моему. Эх ты. Полетели. Работают, работают. Ну, кстати говоря... Не буду вас жалеть. Мне очень нравится то, что цветочек гони и отвлекается на ней пути. Это улучшенный барон зайчик. Улучшенный, потому что не ходит? А вообще, как с кошкой жить? С кошкой? Нет. Как? Потому что у меня просто аллергия, я вообще никогда с кошкой не была. Аллергия — это грустно, неважно какая, это все равно грустно. Ну, аллергия на кошку для любителей кошек — это вообще это удар жестоко. Ниже пояса. Ну, зато у тебя очаровательные собачки. Это хорошо. Да. Ну, что по поводу кошки? Вот она сейчас сладко дрыхнет там на кровати. На нее смотришь, и такой, боже, какая бусинка. Ну, короче, видишь в ней воплощение... Воплощение всего самого милого, даже когда она шкодничает. Мы как-то пропустили момент, когда не нужно было играть ни рукой. Да, солнышко мое? Что? О чем? В общем, она чуть-чуть отбилась от рук и очень-очень-очень игривой становится. И тогда нужно убирать все движущиеся конечности как можно дальше от нее, потому что она все, она вся в игре, она вся... Когти! Когти! Туда, когти, сюда! Но она не супер-пупер больно царапается, но просто сам факт того, что она это делает, неприятен, естественно. И сейчас пытаемся как-нибудь ее отучить от этого.
переучить. А это... Что-что? Там Чика была щенком. Я говорю, когда Чика щенком была, я тоже хотела как все с ней играть постоянно. И приучила, чтобы она на ноги заскакивала. Сейчас я когда иду по коридору, она постоянно заскакивает на ногу и мешает идти, потому что, ну, колени сгибаются, а она туда как раз заскакивает. Я сейчас не знаю, но я не знаю, как отучать вообще. С ума сойти. Так. Она вообще бешеная. Она уже все пообрывала эти сети в ванной, в туалете, в комнатах. Она их ест постоянно. А дети, блин, как это... Я ее могу двумя пальцами поднять, она просто бешеная. Она недавно чуть елку не уронила. О, наша тоже. Вчера поставили, и она все, она хочет отгрызть от нее как можно больше, чтобы прям вообще ничего от нее не осталось, наверное. Но при этом, чтобы было с чем играть. Ну, в общем, это больше не наша елка. Да, теперь ее елка. Да. Я видела в ТикТоке забавное видео, короче, как какие-то люди, у которых была кошка, их так достала кошка, что они повесили елку под потолок, чтобы очень высокий. И она вверх ногами висела, и просто я не понимала, что произошло. Так, что-то я не понимаю. Куда-нибудь, наверное, мы... Кто-то не туда пошел, мне кажется. Что-то я не понимаю, куда, как попасть, что-то я подзабыл. Вполне возможно, что мы так тоже сделаем, но она пока что уверенно стоит на своей треноге. И пока что она еще ничего не разбила, хотя нам усиленно предлагали стеклянные шарики. Нет, нет, без стеклянных шариков обойдемся. И большая часть декора находится от середины елки. Как? Тем не менее, она нагибает ветки и идет, идет драть, идет играть с декором, потому что надо. Что еще она делает? Когда она была маленькая, она этим не занималась, но сейчас почему-то ей очень нужно драть стены. Причем конкретные стены. Это не хухры-мухры. Любая стена не подойдет, нужна конкретная. Вот. Я поставила рядом с этой стеной когтеточку, и знаешь что? Она... Оставалось совсем немножко места. Она когтеточку аккуратненько пододвинула и установила свои лапы так, чтобы можно было поцарапать эту стену. Ну, я тоже слышала, что кошки там вообще с этими, со всеми игрушками не играются, которые покупают специально. Ну, ей нравится палочка с бубенцом и колотушкой, которую можно подрать. Но только когда она дергается в наших руках. А так, сама по себе, она ей не очень интересна. До поры до времени, так сказать. По-моему, все животные плохо играют, что купили, потому что вот собаки тоже накупили игрушек, ну, чьи-то особенности. А она крадет крышки от бутылки, потому что они мне крышки падают от, ну, типа, святого источника. Уточнила на пол, и она их постоянно подбирает, и я недавно заглянула к ней в ее домик, и у нее там уже 6 крышек, просто. И она их грызет на постоянно, хотя у нее есть. И... А вы там этот пропустили? Я вижу, сейчас заберем. Наша любит играть на полнителе. Серия про кошек. Серия про любимых питомцев. Ну и вообще про всякое-всякое. Да, всякое различное. Подкаст получается. Да уж. Подкаст. А вы, кстати, Сафарову назвали из-за Геншина или просто мне так имя совпало? Нет, из-за Геншина. Ну, она у нас появилась только в этом году. Который уже почти ушел от нас. Почивший год. Так вот. Она появилась, а мы не знали, как ее назвать. Василий все хотел назвать ее... Как-то там... Лапша. Лапша. Я была категорически против имени Лапша. Не хочу называть кошку Лапшой. Я не настолько люблю Лапшу. Если бы у нас был кот, Удон еще бы пошло. Но Лапша — это нет. Это не ко мне. Я хотела ее называть что-то типа Матильда. Ну ладно, не Матильда, что-то благородное. А потом предложила Самсу. Ему не понравилась Самса. Короче, нам не нравились имена, которые мы предлагали друг другу, поэтому мы решили просто выписать имена, которые мы предлагаем. И
куда она пойдет, туда и будет выбор наш падать. Да, мы, но ничего, потом... мы ничего и не выписывали, у нас просто были карточки. Вначале выписывали, а потом уже вспомнили, что у нас есть карточки, которые нам подарила подруга. У нее, она просто заказывала себе карточки, а они коллекционные и приходят, естественно, с повторами. И вот она все повторы нам отдала, и мы такие, ага. Разложили, вначале она была Тигнари, кажется, да? Мы забыли, что надо Razer. Было... Razer, а, да. Надо было немножко убрать мужские карточки. Убрали, и она стала Сахарозой. Вот и все. А, прикольно. А вы в университете, да, учитесь? Я, да, он уже нет. Я уже все закончил, что только можно было закончить. Не знаю, правда, можно ли назвать это учить. Я... академический певец. Я буду оперу петь, когда доучусь наконец-то. Голос такой приятный. Да, приятный, спасибо. А я пока это... Ну как... В академии учусь, что Вот. Надеюсь, не в академии Матусовского. Программист. Это хорошая профессия. Сейчас туда надо идти. Да, только, конечно, и генша, и программирование просто в компьютере весь день. Да. Вася тоже весь день. Весь день в компьютере. Ну, значит, надо какую-то активность. Какую активность? Допустим, болтать ногами, почему бы и нет? Ну, солнышко, болтать ногами это немножко не та активность. Где камень этот цветоносный? Я его вообще в упор не вижу. Он ищет цветоносный камень. А я вчера искала тоже. Он где-то внизу, посмотри, упади вниз. Если он внизу, то это... Упади вниз! К нам, кстати, просится еще какая-то ноха. Ноа какая-то. Извините, ноха, но мы вас не знаем. Ноха. Так, маг бездны. Не... А, вот он где. Нашла? Да, вот он под завалом. А, меня убивают, помогите. Потом пойду на основе. Я от него вчера искала. Да что такое? Ты смотри, сейчас тебя прыг-скок бомбы оглушат и все. Будешь валяться, как рыбешка. Все, помер, дед Максим. Да. А, я забрал, да? Да, ты только что забрал. Кстати, здесь проседает FPS возле водопада. Наверное, из-за водопада все-таки, да. Так, телепорт. Ты где? Ты все куда-то идешь, да не туда. А как до него добраться? Я вообще не помню. Все-таки оттуда начинаешь. Все-таки отсюда, наверное. Кстати, Линет убрать надо. Достижение. Блин, это еще слабенькое. Жарко. Давай возьму Сен-Лин. Так а там вот видно же, что по дороге надо вот из этого телепорта идти. Пока. Так, пробуем повторно. Так, еще раз по дороге. По дороге сам. Ну если вот сюда телепортироваться. Ты не оттуда начинаешь, солнце. Все-таки отсюда. Мы можем разными путями прийти. Там где-то надо переходить куда-то далеко. Это туда, наверное. Потому что там дорога прямо на карте. Ой, там еще и кристалл. Ой, там Адива. О, кристалл. Да, Адивант. Заберем сейчас его. Заберем. Заберем его скорее. Да. 59% исследования разлома подземной шахты. Чего? Вот это было... Что это было? Это было что-то не по сути. Сундук. А вот и сундук. Он решил, что врагу не сдается наш гордый варяг. А ну-ка, а в Лии сколько у нас? Ой, разлом. 50%. Ну, в принципе, да, можно будет уже заканчивать следующую серию Лии 100%. Окей. А где проход? Может, его надо пробить? По-моему. Бочка. Да. Она взрывается. А, и там поверху надо пройти. Бух. Ты это не... Да. А, да. Маг бездны, гидро маг бездны. Не бей меня. У меня нет крила. Ой. И как обычно ГГ поднимает всех повыше, чтобы я видно его, было. Я его ненавижу.
паскуда просто. По идее, с этих конструкций удобно прыгать. Ой, начинается. Ничего. Какая-то польза от тебя. Ты куда полетела? Дырки всякие вот эти вот. ГеоГГ это пример, который нам не нужен. Я вообще не понимаю, в каком отряде ГеоГГ будет играть нормально. Да он сам по себе не играет нормально. Как куда его можно ставить, он ракша? Он всех поднимает куда-то наверх, потом не, своими ну, маленьких же врагов мешает. Он откидывает, конечно. А ульта его мешает еще пройти. Да. 127 урон. Какой классный урон. Так что тут просто сам геймплей неудобный. Да, что-то ГеоГГ, ЭлектроГГ, ГидроГГ просто превратили в какой-то... А ГидроГГ это вообще насмешка какая-то. Ладно, пусть идет с отряда. Такой, пиу-пиу, ты убит. Пиу-пиу. Фисаль. Ваши любимые мужские персонажи. Кэя. Как бы неспроста он там торчит везде. Так, нам сюда же получается. Какие у нас любимые мужские персонажи Солнца? У меня Сяо. Но у меня его нет. Кто о, еще? Сундук. Нювелет. А где сундук? Вот где я. Внизу? А, ты уже кого-то там поубивала. Вот, тут еще какая-то штучка светится. По заданию, наверное. Видимо, да. А, это сфотографировать надо. Ой, сделать снимок. А-а-а. Какие-то окаменелости. Что эти моллюски здесь делают? Ну, тут просто у меня, в принципе, какая-то фигня была странная, непонятная. Даром же в задании говорится о том, что... свирепые монстры, которые вылезли из дна разлома, начали сходить с ума. Настолько свирепое место. Пока что тут никого свирепее Фату я не нашла. Ну это ж разлом же запечатан. Так. А вы выполняли квест на драконьем хребте с этим? С чем? Молотильщиком руинным. Не помню, мы выполняли. Какой конкретно? Там их, по-моему, несколько. Там, короче, квест. Ну там даже не квест, там просто надо его убить. А, короче, там за него дают. А, да, три сундука, да. Да. Мы его убили. Пока мы были способны это сделать. Так. А ты куда? Я иду к телепорту. Я не понимаю, как туда попасть. Ну, ты смотри на карту, дорога тебе указывается. Это, конечно, да, но я не мама, вижу... Можете ко мне подойти? Мне кажется, я правильно. Телепортнитесь, короче, вот к этому телепорту, и наверх надо зайти. Вполне возможно, нет, да. Внизу? Нет, тут внизу, а надо вверх. Сейчас поднимусь. А тут? Тут чилит на расслабоне. Похитители Кала. По-моему, легче дойти пешочку. Ладно, телепорт. Так, телепорт. Мне кажется, ты мне сам показывал это место на моем аккаунте. Теперь не можешь дойти до него. Я вообще не помню. Вот эти горы в Лии, это просто какое-то издевательство. Издевательство. Здесь еще все такое... Ой, пошла отсюда, не хочу с тобой разговаривать. Зеркальная. Ишь, какая настырная. Раз, и все. Так, ну, ресурсы-то я заберу. Спасибо. Ресурсы забираем. Как ты думаешь, Елизавета? Есть у нас такая идейка почитать книжки в архиве. Интересно ли это будет? Мне кажется, можно
чтобы Настя почитала. Можно, но когда у меня появится обратно голос. Да, сейчас я понятно, что когда появится. Нет, я имею в виду, что типа как АСМР. А, это просто так? Приятный очень голос. Хорошо. Именно как бы не как серия, а как просто расслабляющий. Угу. Чисто дополнение. Кажется, прикольно было. Ну да, если читать, то лучше тебе. Надеюсь, ты... упала. Жаль, что упала. Лут упал. Лут упал. Так, вот эта дырка во входу. Вот сюда. Да, действительно оно. Ух, милый голос. Что ж, помянем. Так, тут я точно не был, по-моему. Опасное место, такая жижа, фу. Почему у жижи есть звук? Я не хочу его слышать. Вот такой... Что за звук? Ну, булькает. Звук этой жижи. Булькает. А да. Просто без звука? А, понятно. Так. Да, чтобы дискорд с этим. Угу. Я вчера не двоился. Ну, на такой булькой еще. Я как-то в детстве, не знаю каким макаром, случайно, на телевизоре попался фильм, где все начинается очень мило. Мальчик подходит к колодцу. Просто подходит к колодцу. Видит, колодец грязный. А там лежит голубь белый. Он вытаскивает голубя, пытается почистить ему перышки, и эта жижа его засовывает в колодец, заглатывает его живьем. Я не знаю, что это было за безобразие. Это было страшно. Это моя детская фобия. Вот. Я очень долго не могла от нее отойти. Настолько, что до сих пор об этом помню. И это ж кто-то снял, и это же кто-то смотрит. Нет, не понимаю. Жижа была черной и живой. А вот Хутао с Небретом пришли в гости. У тебя есть какие-то фильмы, которые тебе... запали в душу, но не лучшим образом. Или реально запали в душу хорошим образом. Лиз. А это у кого спрашивают? У Лизы. А так бы я сказала, солнышко. Ну, просто вы по-разному обращаетесь друг к другу. Да? Я боюсь, вдруг в разговор мешаюсь. Все в порядке. Я даже замешаюсь, ничего страшного. Так, кто ты есть-то? Куда ты вылез? Чуть вдвоем. О, ура, ударил 40 тысяч. Впервые. О, ну вроде с Невилетом и Хутао идет быстрее, чем с Кригани, потому что я целюсь на Гани. Это долго. Где? А куда вы делись? Тут фея. А я какое-то место нашел, которое, наверное, нужно залутать. Возьми Рейзера, бахни Рейзером. У меня Рейзера нет. Ой, Рейзера, двуручника возьми, кого-нибудь, у тебя их два. У меня их три. Три, еще лучше. Так кто-нибудь ответит на мой вопрос, хоть кто-нибудь? Фильмы. Мне очень понравился фильм «Майор Гром, Чумной доктор». Угу, да, мы тоже смотрели. Я вообще его обожаю. Реклама. Я просто очень люблю комиксы Bubble вообще. Угу. И когда они сняли фильм по комиксам, я просто была рада очень сильно. Я просто потрачу деньги на комиксы, на Genshin, угу, и на эти всякие штуки для компьютера. Угу. А штуки для компьютера это какие? Ну, мне нравятся разные там дополнения к разным всяким программам докупать. Вот. Угу. Ну, я как просто разные программы сейчас пробую для использования. Вот, сейчас пробую работать в Microsoft Studio. Ну, это уже какие-то такие вещи пошли, мне кажется, не для
расслабленного видео, понятно. Вот, но я просто раньше работала в Пайчарме, а потом начала новый язык изучать, C#, и почитала, что типа лучше работать в Microsoft Studio. Вот, и покупала там подписку или как, через какой-то там код вообще. А чё, нам надо на это возмение? Не-не, просто... я пока артефакт качаю чуть-чуть. Телепорт, ну, кстати, можно. Телепорт мы открыли. Давайте сходим на змея, чтобы получить примагемы. Там же есть эти 4 книжки. Ой, 4. Как там? А, ну, понял. Пойдем. 4 достижения. Угу. Этих. Ой, набора достижений. Во. Встреча в другом мире. И там надо боссов побеждать вместе. И там за каждого босса дают по 10 примагемов. Так. Может кого-то подхилить чуть-чуть? Да ладно, экскаватор. На. Солнце, у тебя есть какой-то нелюбимый фильм? Или очень любимый фильм? Нелюбимый фильм? Да. Не знаю. Ну, что бы ты никому не посоветовал? Из того, что ты смотрел. Какой интересный контраст. 40 тысяч урона и 89. Ну. Ничего себе. Превосходя древний. О, мне какое-то достижение дали. Так, я чуть, кстати. А мне, кстати, дали достижение сейчас? Да, тебе дали достижение. Да, действительно. Змей руин. Мне тоже дали. Ой, там, я увидел мельком манифестацию грома, ненавижу. Забрать ты не можешь ничего, да? Я не хочу забирать. Почему? Зачем мне оно надо? В смысле? У меня нету ни синобу, ни елань. Чем мне брать-то? Окей. Так, тут сундуков много должно быть, но что-то я видел только пока один. Ой, что я вижу? Ничего себе прыгнула. Так и не ответил на мой вопрос. Нет, в фильме такого нет. А наверное. Что тебе понравился? Фильм какой? Маска, летят журавли. Ой, летят журавли. Да уж. Этот гений додумался мне показать летят журавли на новогодний вечер прошлого года. А я очень сентиментальная. А летят журавли очень. Это не военный фильм? Верно, военный фильм. И там люди... Это не военный фильм. Ну... Он там немножко про другое. Ну, тем не менее, время. Тоже. Так. Ну, там, а там эта песня, я просто смотрела, но просто эту песню слышала, что люди как птицы солдаты. Мне кажется, порою, что солдаты... Да, там такая песня была. С кровавых не пришедшие полей. Не знаю, мне наш. Показывали на учебе, на просмотровом семинаре этот фильм, и ему очень понравился. Ну, фильм-то, может, и хороший, но точно не для новогоднего вечера. В общем, я расплакалась, а потом он мне успокоительный давал. Ой, вообще военные фильмы. Я недавно собралась, посмотрела фильм «Иди и смотри». Угу. Я лучше бы не собиралась, честно говоря. О чем? «Иди и смотри», что-то знакомое. Это старый фильм, ну как старый, 80-х, наверное, годов, там, короче, про концлагеря. И там прям, там, короче, актер во время съемок, он ребенком был, ну как, лет 15, наверное, где-то, он, короче, во время съемок посидел натурально. Кошмар. Вот. Ой, как хорошо, что там это все идет. Все на какие цифры выдается. А что мы за фильм с тобой смотрели? Солдатик или сын полка? Как там? Про мальчика маленького, которого взяли в отряд. Не помню вообще. О, 224 тысячи урона. И там еще актеру в реальном времени 4 года было. А потом он еще смотрели, где снимался. Ну, я не помню, как он называется, но что-то в таком этом роде, наверное. Очень как? Интересный фильм, красивый фильм. Современный, там что-то 2000-х годов. Ой, солдатик тоже военный? Да. Он такой большой, да? Ну, типа,
Мне очень долго. Да, и с незаконченной концовкой. С открытым концом, да. Не, не с открытым концом, незаконченным. А, с незаконченным? Да. Ну а что тебе надо? Все счастливы, все... Все, кто успел выжить, выжили. Кто не успел, не выжили. Там игра Дарья Урсуляк, по-моему. Или это не фактор, сейчас. Может быть, не знаю. Я не знаю актеров. Просто нам, по-моему, что-то такое показывали на прошлом 9 мая в школе. А ты откуда? Ну, я вообще как бы Свердловской области, из Екатеринбурга. А у тебя сейчас? Плюс 3. Нет, плюс 2, ну это московский. Это связано с зимним переходом времени? Ну, там как бы всегда такое время было. У нас не переводится время. Давно уже не переводится. Да. Я считаю, время надо перевести вечно 5 часов вечера. Оно всегда такое какое-то непонятное. Утром проснулся, хрень. Вечером хрень. Дай бог солнце выглянет хорошо. А так вообще вечно 5 часов вечера. Не, я считаю, что нужно сделать рабочий день с 10-11 дня. А то придумали эти вот 8 утра вставать. Какая-то ерунда. Согласен. Какая-то ерунда. Мне кажется, наоборот, лучше пораньше начать. И пораньше закончить. Пораньше закончить. Потому что вот у меня брат, он тоже программистом работает, так он в свободном графике. Он типа на работу приезжает к 11, но уезжает к 9, ну, домой возвращается. И он потом устал от такого и начал работать, как все, приезжать к 8, уезжать в 5. И он очень рад, что у него типа жизнь полноценная. Так ты как бы спишь долго, потом работаешь, а потом опять спать, надо. Такое ощущение, что одна работа в жизни. Ну да. У нас такой получается выпуск. Сколько мы уже записываем? У нас серия уже идет час. Мы нашли много сундуков. А мы пойдем на данжи там? Да, да. Времечко еще есть. А кстати, можно же этот сделать выпуск, знаете, втроем. Я, кстати, об этом подумал. Татьяну, Таню пригласить сюда. Она будет говорить: «Я люблю тебя, Интер, а ну отстаньте от меня». Ты будешь такая говорить, типа: «Ну вот у меня и собака есть». Две. Да, ну пока что я не могу душить, потому что мата нет, так что мне грустно. Мата нет. А пока повода-то особо не было для мата ни одного. Собственно, да, пока... Ты всех убиваешь, меня ничего не раздражает практически. Следование мира уже 64%. Неплохо, неплохо. Я хочу сходить в одно место. Оно находится... Хотя нет, я хочу что-нибудь такое помрачнее. Вот сюда хочу. Помрачнее? Да. Поехали в Инадзуму, чё ты? Инадзуму. Видишь, стоит чувачок. Он меня чуть не убил в прошлой серии. Кстати, здесь есть, вот за этой стеной, есть... Да. Ой. О, какие ребятки. Такие милые ребятки. Я прям не могу. Они похожи на кубик Рубика. Были раньше такие игрушки, которые представляли из себя... Они похожи на крабика. На что? На крабика похожи. На крабиков? Ну, да. Ну да, в Кенриархе была такая, типа, мутка, что они свои автоматоны делали наподобие животных. Типа, все эти змеи, руин, вот это вот вся вот штукенция, это все вот это оттуда. Что, больше ничего нет? Ни сундука, ни одного, что ли, нет даже? Как так-то? Как же они назывались, эти игрушки? В общем, суть их была в том, что они могли менять свою форму в зависимости от того, как ты повернешь их детали. А детали у них были... Они состояли все из квадратиков, а те квадратики из треугольничков. И оно все крутилось. И можно было бы как сделать из него, к примеру, палку, так сделать из него, к примеру, собаку. Вот так вот. Вот на такую штуку оно похоже. Типа змейки такой? Да, да, да. Так,
Тут снова где-то есть светящаяся штучка, но где же она? Какая именно? Смотри, там много чего светится. Я про... этот самый остановочный камень. Все пропало из виду. Значит, наверху где-то. Ладно, спустимся вниз пока. Тут испытание вижу. Тут наверняка здесь что-то испытание будет мощное. Взорвите. Бочки. Помогите. Какого черта бочки? А вы что, не различаете, что ли? Не-а. А чем оно отличается? Так, я, короче, видите, если вот такая вот штучка, ну вот с такой вот, ну типа как мишень, как прицел, значит стрелять. А если меч, то значит боевка. А если типа время, то на время испытание. Так можно сразу понять, что будет. Капец. Вообще не смотрела на это. Так, капец. Надо запилить шортик. Нам открывают истины. А потом вот писать комментарии. А вы что, ну бы не знали этого, да? Да, вы не знали. О. Я с гордостью могу сказать, что всего дни лет я узнал, что... Капец. Задание отличается, их можно предугадать. О, мерзкая прогуня вылезла. А как ты нашла наш канал? Ой, я не помню. Ну я просто... А, не помню. Мне просто рекомендация попалась. Я потеряла прохождение без магит. Еще выпуск, короче, с драконьим хребтом. Я как бы не смотрю видео с прохождением задания Лиги, потому что я не люблю задания Лиги. Mm-hmm. Я их и так еле как прохожу на своих аккаунтах, а чтобы все смотреть их прохождение, это для меня... Это очень сложно. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс идеологию не люблю. Я вообще и сюжетки выпала на моменте и на Дзуму. Я только недавно узнала то, что Баал, Сёгун Райден и Эй, да? Разные люди. Я думала, что это даже человек просто разных ипостасей. И потом я узнала, что это тупо. Ну, короче, я смотрю на всякий ролик на ютубе про лор. А так, короче, очень люблю всякие видео ваши про исследование мира. Вот их я прям часто смотрю. Мне очень нравятся ваши голоса, из-за этого мне спокойно играть. Я как бы обычно с подружкой играю, но сейчас подружка болеет, и я решила искать себе новых спутников для игры. Что ж, ну, интересно. Нашла. Ну, Татьяна меня, конечно, иногда пугает. Да. Такое ощущение, что она... Она, небось, нас караулит уже под подъездом, выхожу, оглядываюсь. Так, это кто такой? А ты чё сюда, это самое, ля? Он страуса изображает. Дурачок. И старается изображать, а ты его вот так вот. Мне не нравится то, что во время ульты Фиши она получает урон. Это бред какой-то. Она особенная. Ага. Ешь Кокутау, ест половину хп. Вот это правда особенно. Ну, если есть Джун Ли, то это не проблема. Или Кокуми. Кокуми. Да, там, кстати, фея. Ты сейчас это напомнишь мне про фею, то я не забуду. Ну, Джун Ли, в смысле, ты хуже, чем сама себе, сделать не сможешь. Тут, то есть, ничего нет больше. Сама себе хп пожрешь, а противник не сможет. Вот Фурина вот, ест хп всего твоего отряда. Да, вообще. Ей нормально. Сначала тоже прилетел. Много хп ест. Ну да. Весь удобно, если хиллера нет, потому что он, в отличие от Кутау, он вообще никак свое здоровье не восстанавливает. То есть Кутау хотят ульты, чтобы хилиться. Ну как чуть-чуть нормально. А Сяо вообще кошмар. Я один раз его взяла, и, короче, у меня было у него восстановлено 200%. Это была супер сборка, чтобы играть одним Сяо. И я забыла, что у него ульта жрет энергию, а потом я забыла то, что весь нельзя хилиться. Я на втором этаже просто умер от своей жизни. И я потом такой поняла, что надо брать хиллеров. А хиллера-то нету. Пришлось я вообще убрать из бездны. А ты бездну закрывала на 9 звезд? На 36, в смысле? Ну да, да, да. На 9-12. Ну, я на Азии, да, закрывала. А тут у меня полный майку гейминг. Где фея? Фея была где-то тут чуть-чуть повыше. Да. А где?
где... Ну, на Азии я регулярно закрываю на 3-6. Каждый раз. А, пониже. Я нет, пока максимум 12 этаж закрывал на 6 звезд. Я тоже пока не выбила странника. Странник это просто мой любимый мужчина. Ну, еще Ито. Мне тоже есть странник. Артаки Ито. Он меня регулярно умирает. Я не умею с ним обращаться. Бедный мальчик. Мне со странника пришлось качать Парузан, хотя она мне кажется нравится. Мне пришлось, потому что я почитала, что на хороший сахар, но в итоге все равно я не играла, потому что я справляла с Карзупой и прочее. Я зря потратила на нее густую смолу. Да, я, когда на начальном уровне игры, всю смолу потратил на артефакт для Райден и дал ей не эмблему, а воспоминание Семенавы. Потому что я просто не знал. Зато красиво. Да. Я, короче, вся на всех аккаунтах максимально всем обмазанный, но я им не играю. То есть я его очень люблю. Я тут он с Корфином бегает, там он бегает с Хомой. И при этом я на нем не играю, потому что я на нем как-то наигралась. Угу. Вообще Сяо классный. Но странник лучше. Он прям такой маленький-маленький. Мы да. С ним одного роста. Это уже метод пишется. По-моему, так. Задание. Наверное, Барт. Или что-то другое задание. Разболталась. Да нет, все нормально. Нам интересно тебя слушать. Нет, ты просто о том, что я говорила, что я говорить не буду из-за горла. А что-то горло пропустило. Я разболталась прям. А. Этому шахтеру хочется вернуть своей дочери игрушку. Так, я... Непременно. Давайте испытание пройдем. В испытании там да два что такое? Этих, два осьминога. Пусть будет, короче, отметка. Так, это у нас боевка. О, видите? Да. Какие ребятки, мои любимые мерзкие, вонючие собачки. Ну, собак я к ним отношусь нормально, если что. Просто я конкретно этих тварей ненавижу. Бездне поставили этих псов, блин, в хп снимают. Щит Джинли до одного места. Извини, щитовика у меня нет. А какую-нибудь Диону, к примеру. Если бы мы начали играть немножко раньше, у нас была бы Лайла бесплатно. Но не судьба. Лайла офигенный щитовик. Она вообще моя любимая. Ну... Конечно, после деда. Ой, так я вас про танец не договорила. Ну так. Просто я смотрела ваш выпуск с ним. А мне кажется, что она просто записывает в мемуарах каждые ваши слова. Она их так все помнит, просто я была напугана. Я, наверное, пропустила это. А, что там про, было? Про что ты сказала ей? Про то, что Таня повторяет наши слова, как будто записывает их в мемуарах. А. Потому что вы что-то там обсуждали, и она такая, это когда вы еще сказали вот так-то, это вы когда сделали вот так-то, и я такая, что? Это помнит. А что делать там? По идее, это нужно было бить и стрелять. Ну, не хочешь, как хочешь. Так, видимо, тоже можно. Там еще один сзади. И правее. Вот, видишь. О, закончилось. Это можно было бить вот этими штуками. Просто, ладно. Ну, так тоже пойдет. Так, тоже можно. Тут есть... А вот тут разве не восстанавливается этот свет? Угу. Там не восстанавливается. Сейчас будем искать. Так там камни, возьми камни. Восстанови камнями. Какими камнями? А. Какими камнями? Понятно. Вот так уже лучше. Насколько мощная у него эта струя? Ты
надеюсь, чистая. Ну, во время ешки так классно, эти крылышки задние расправляются. Угу. Ну, о. Заряженные запасы. Так, и еще внимательно, еще один светоносный камень. Где? Он под потолком. А, да. В каком-то здании тут есть. Так это, вон что? Там буквально, вон он. И вон там еще. Подлечу за ним. Тут еще испытание одно. Там, кстати, вот действительно часики. Паучок. Тик-так, часики. Капец, тут это прям глазенки-то пооткрывало. Ну, как бы оно было заметно, что оно что-то отличается, но... 2+2 не складывалось. А вы были на этом, на тайном острове? На тайном острове? Манштате? Ну, который... Да. Да, да, мы там были. Специальная, даже серия была. У нас там даже шортс есть, где бессовестный ужас бури решил, что ему нужно возродиться. Так делать нельзя. Это зато вообще нужно просто, я не знаю, разработчикам ехать в гости и говорить: здравствуйте. Чаёк, давайте чаёк попьем. А как вам возрождение персона врагов? Ха, просто взял и выкинул в окошко. Откуда дома берутся пауки? У нас в туалете завелся паук. Я не знаю, здороваться с ним или убить его. Что думаешь? Я бы испугалась. Я бы вообще из квартиры бы уехала. Причем это паук не такой, который с очень длинными тонкими ногами там и маленьким пухлым брюшком. Нет, это такой какой-то нормальный такой паук. И я не знаю вообще, что он здесь делает и как он к нам попал. Ну, а что от соседей? От соседей? Вполне возможно. Пауков разводят. Да вряд ли. Там не настолько крутой паук. Вот тарантул бы там забежал бы в туалет, пока моешься, тебя там ужалили. А там же будет эта сюжетка с Дайном. А когда она будет, не знаешь? А по-моему, опасная тропа. Это вроде нет. А, ты про вот эту? Опасная тропа это с где, короче, Сяо и ты и прочие в это упали. А там про этого, про Хальфдена и Дайнслов. Ну, кстати, скоро будет. Туда надо как-то забраться. Вот, там вообще-то пешком дойти можно. Там по сюжету. Так это же по сюжету разлома. Там были уже? Нет, еще. Ну там по сюжету разлома, где этот. Ну вот как раз, где Дайнслов с этим другом прощался. Это забыл. Угу. Ну вот, и короче, скорость. Там еще такой телепорт подвешенный будет. Секрир. Что у вас сейчас сколько времени? У нас сейчас 22:03. Может, человеку уже спать пора? Мы его тут задержим. Нет, могу спать. И завтра никуда не надо идти. Ну, классно. Не надо меня пристрелять. Да. Отстань. Объективно, протоколы сами себя не напишут. Очень жаль. Василий, расскажите, как протокол про протокол протокором запротоколировал. Дальше я не могу. Протокол про протокол протоколом запротоколировал? Да, как интервьюером интервьюируемый регулист. Как интервьюер регулировщик. Как интервьюер интервьюируемый регулист. Короче, ты мне тут какую-то это самое втираешь эту самую штуку. Я все, я отучился, поэтому не надо мне. Все, ты все разучился уже, да? Нет, я отучился, все, я. Отучился и разучился, все с тобой понятно. Так. Попробую туда добраться все-таки. Там нормально можно пройти. Куда ты? Как? По косогорам лезешь. Там, где телепорт есть. Где телепорт? Ближайший. Вот тут. Отсюда. Очень удобно идти. Куда вы идете? Да, да. А, там подвешенное. Он очень хочет забрать этот камень. Подвешенное здание. Где? Наверх. В другую сторону. Иди вверх. Ага. Куда вы идете? Вешенный телепорт по сюжетке будет. Нет, мы телепорт не будем забирать, мы заберем только камень. А как вы его и не заберете, вы же упадете. Заберем. А, да. Может, реально можно забрать. Капец.
Вот такие вот, собственно, истории сегодня, друзья. Кошки, собаки. Ладно, я пока просто подожду, пока вы там ползаете. Хорошо. Да, надеюсь, тут врагов не будет. Ну тут врагов не будет, ты их тоже просто не достигнешь. А вот теперь можешь падать. Падай! Кстати, интересная штука. Все закрыто, кроме этого, кроме камушка. Ну, по крайней мере, я его забрала у себя. А я ничего не открыла. Я не долечу. Нет, ты не долетишь. А чё ты не долетишь? А ты шо? А почему? А в смысле? Там же барьер. А там же барьер. Там внизу барьера нет, где так, камень. Так, ладно. Ну и... Все, пойдем куда-нибудь. Так, ваше задание скоро будет. Так, я телепортировался, короче, основную зону добычи. Сейчас мы зайдем в одно местечко интересное. Уже полтора часа запись идет. Как бы пора. 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 Сейчас туда доберемся, до вот этого зеленого красивого местечка. Это гриб? Ию, ой. Жижа. А чё, он даже не бегает здесь? Какая прелесть. Нет, не бегает. Вот ты улучшишь адъювант до 8 уровня, будет бегать. Ой, до 9. Пока не бегает. Кстати, в новой локации 4.4 Долина Бишуй, по-моему, она называется. Или как называется? Долина Чихрюй. Хрюшка. Короче, как это называется? Это место новое. А, будет, получается, там специальная штука, которую нужно будет подносить что-то, и тебе будут выдавать круточки, книжечки всякие. То есть уже посмотрел, все прощелкал, всю информацию обработал. Это как... Я слышал, что скины бесплатные. Да, да, скины бесплатно, можно будет выбрать один. Бесплатного персонажа можно будет выбрать 4-звездочного в Лью-Э. Это да. Отходим, сейчас будет взрыв. Бум. Место, которое сейчас мы посмотрим, это луч надежды на то, что разлом еще может быть и будет жить. А никого не смущает трава под землей, нет? Какие крупные корни, а эти ветки сли. Какая у вас самая любимая локация в Геншине? Отвечай первая. Моя любимая локация? Не любимая. Но... Моя любимая локация... Рядом с Катенькой. Все, что рядом с Катенькой, все хорошо. Не, ну если серьезно... Да, я понимаю. Не любимая. Не любимая? Да. А. Нелюбимая, ну вот, одна из которых мы были рядом с этим ненормальным руинным молотильщиком. Она такая серая, такая серо-коричневая, неприятная. А еще очень легко упасть. А, люблю, когда все светится, а когда ничего не светится. Гора Йоко. Ненавижу эту сраную гору. Что еще ненавижу? Гора Хулао. Пик Циньюнь. Нравится пустыня? Пустыня? Пустыня скучная. Да, очень много вообще пространства. Я не могу пройти Араньяку уже год. Араньяка. Чтоб Аранар, ты всех нашла? 76, да. Там роскошные сундуки, я их искала. Там вот после этого у меня закончилось терпение. Я посмотрела, сколько в этой книжке Аранар, вот этих вот событий. Я поняла, что я никогда не пройду Раньяку ни на одном из аккаунтов. На одном хотя бы надо. Типа, некоторые люди говорят, что на 59-м ранге нечего делать. А у меня пустыня закрыта на 15%. Ну, значит... У меня квестов примерно 40. Так что я... А что, наверное? Это такие светские беседы, пока со стороны тяги работают. У меня действительно делать нечего уже на аккаунте. Я там уже закрыл все, что возможно. Только вот энканови не могу до конца закрыть, потому просто что... Просто ты слишком активно играешь. Ну, мне нравится. Вот у меня фонтейн закрыт на 10%.
А, это ваш фонтейн. Подумала, почему ты молчишь. Что такое, да? Я еще подумала, что-то я же вроде проходила сюжет, почему все закрыто. Не, он фонтейн открывал, чтобы Линет, Фремине покачать. А так. Вот, ну, короче, на моем основном аккаунте фонтейн. Вот тут у меня, я не закрываю ничего, а вот на основном я прям люблю закрывать. И у меня там все в 9-м ранге, практически все локи закрыты, кроме пустыни. Потому что пустыни я нигде не люблю. Вот фонтейн, это просто самый, мне кажется, лучший регион вообще. Да, это... Он такой расслабленный, красивый, спокойный. Мне так нравится плавать, просто. Я проплавала весь Геншин. Да, фонтейн это лучшая локация, наверное. А потом будет Натлан. Интересно, что там будет. Натлан. Там будут лавы. Так, я, наверное, сделаю две густые смолы. Будем играть в пол, это лава. А, наверное. Ты давно играл в эту игру? Давно. Я тоже. Пойдем в подземелье, лабиринт Ляншань. А, в принципе, сейчас тебя приглашу, ты телепортируешься автоматом. Так, мне нужны две телефонные трубки. Где печать? Так, нам нужен пира. Сколько у нас времени, кстати, уже все. Сейчас протратим всю смолу и закончим серию на сегодня. Напомню то, что, друзья, что напомню я? А что я напомню? Я напомню вам то, что мы всю серию уже заканчиваем Льюэ. Да что такое? А ты это не хочешь совместный режим, нет? Так, и я пригласил. А у меня очень долго, видимо, грузился. А что это надо делать, вы знаете? Где? Какие там боссы? Единственное, что могу сказать, что нужны пиры и крио персонажи. Там же можно посмотреть. Только надо на выйти. Я не хочу выходить. Ой, я не знаю, взять Ганью или оставить Невилит. Ладно, оставлю Невилит, потому что у меня что там. Так вот, заканчиваем ли ее в следующей серии. Будет еще серия с ивентом, это будет отдельная серия. И получается Инадзума. Инадзума, добрый вечер. Ого. 80-й. А ты что, не жалеешь, да? Да, сейчас тут Лиза все порешает. А я так чисто похожу. Походить, да. Посмотрю. 969. Урон от бога. Сдохните. Так, зеркальное дело. Я называю немножко по-другому. Чисто пришел посмотреть, как люди работают, да? Ну да. Сейчас зато не рискнул-то. Пришли, увидели, победили вместе. Да. О да, вместе. Сейчас еще раз приглашу. Так, собрать награды. Густая смола, пожалуйста. Покажи телефон. Какой телефон? Ну, как ты показываешь символ телефона? Вот. Типа, позвони мне, позвони мне. Алло. Алло. Меня зовут Васька. Я Васька. Вот так показываю, позвони. Да ладно, я это сам, я тут Владимир Зайцев. Ты же современный. Алло, да. Я что-то как-то получается постарее, чем ты. Кстати, ох, кстати же, обновилась же, неделя обновилась, можешь сходить к боссам еженедельным на основе. Но не здесь. Ну конечно, здесь. А здесь у нас вообще кто-то есть, кроме Дарта? Они все доступны. А, да, точно. Нашла я как сакрайда. О, внимание, я все еще не прошла сюжет с Райден. Зашла я как-то к Райден. Меня побили, и я вышла. Все. Собственно, чего можно было еще ожидать? Я усиленно пыталась. Я даже выжила на волне. Вот сволочь, прыгнул время уйти с катабана. Да, ульта. Ульта минус. Да, просто. Ушла, да. Они энергию так забирают неприятно. Такие плохие люди. Все, прощай. Нет. Так, уходим отсюда. Сейчас пойдем к боссу. Сейчас скажу, какому. Так.
оружие возвышу сейчас, Елизавете. О, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как хорошо. Выпало хорошие штучки, дрючки. А что это было? Не знаю. Ты почему-то покинула. Я имею в виду, это были книжки или это было на оружие? Это было на оружие. Вернись, пожалуйста, в мир, потому что ты пропала. Ой! Я еще тут. Я, короче, бы на зуме очутилась. Я думаю, а что я делала на зуме? Что-то я ща. Я, наверное, случайно вышла из. Такое бывает. Подземелья. А точнее, когда вот из подземелья вышла из винда. Амана. Так, качаем оружие Лизы. Лиза. Суть Лиза. Качаем Лизу при Лизе. Это очень хорошо. Я вообще уже запуталась, я кого говорить. Так, оружие трёхлежное. Я так была рада, когда узнала, что есть Лиза в игре. Просто в играх мало лишь. Угу. Суть, у меня мор мало. Так, еще даже возьмем. Отлично. А вы забрали тот легендарный сундучок её, с морой? Чего? Который? Ну, в банке Северного Королевства. А, мору нет, еще не забрал. На основе забрал. Пойдёмте разграбим банк. Пойдем, сейчас сходим заодно. Сейчас только я раздублю, какой босс нужен мне сегодня. Пирархидея. Пожалуй, пирархидея сегодня будем трясти. Ну, не верять сейчас, мне кажется. Со своей тросточкой скажет. К порядку, к порядку, к порядку. Так. У меня стоит телепорт карманный. На основе возле Геовишапа. Собираю ресурсы для Сяо. Ты не пойдешь забирать сундук? Там деньги дают. Ой, а куда я пришел вообще? Да. Ты заберешь ты сундук, потом пойдешь уже туда. Какой сундук? Ну какой сундук? Какой сундук? Память, то есть там. Ну который тебе предлагали забрать в... Снежной ассоциации в банке. В банке сундук. Я заберу, просто сейчас сходим один раз к этому боссу. Пока он восстановится, сходим за сундуком. Давай. Это же звучит логично. Нет. Нет. Нет, я тебе отвечаю. Нет. А сколько у вас моры? 900 тысяч. Богатенький. А я недавно таланты не где-то качала. Так что нет. Я не знаю, мне кажется, я обеднела. Но у меня обычно много мора. Я обычно денежки коплю. Ты только посмотри на это! 8, 7, 3! Ну, у меня уже щит. 8! Я ему щит сбил, а стал дождаться... Нет! Я бегу! Конкретного удара. Вот как мне убивать его одному, вот эту вот тварь? Она же бессмертная. Опа. Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай меня, я же сказал. Что непонятно. Все, прощай. Что ты упал, смешно? Адиос, амигос. Кстати, сегодня значительно лучше слышно, чем вчера. Кого? Все слышно лучше, на два уха, не на одно. Ну все. Так. Дошло? Да, конечно. Ты просто не реагируешь. Так, банк Северного Королевства. Сейчас еще найти, его надо будет попытаться с первого раза. Я помню, хижину Бубу искал 1000 лет, да, чтобы купить колокольчики сраные, потому что колокольчики нужны были мне. Пойдете? Идем, идем. Есть у нее там такие идут. Идут разбираться. Мне так нравится вот эта вот штучка, летающая в виде океана маленького. Просто мой любимый питомец. Как правильно? Летающая штучка. Аня. Банк. Анна. Анна. Так, Андрей. Сидит, стоит. А, кстати, я не смогу ничего взять. Чему? Почему?
Потому что. Гениально. Просто гениально. А все остальные что-то. 200 тысяч мура. Офигеть. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, где примагема? Это банк. Мистер Чи и Андрей. И Екатерина. Это забавно звучит и выглядит. Вообще Екатерина слишком много развелась. Да, Катерина на стойке, Катерина там, Катерина на стойке, там. А в разломе Катарина, по-моему. Да, ну, сути это не меняет. Катарина, Катерина, одно и то же. Схоже именно. Мне кажется, не выглядит так хорошо вот этот маленький океанит идет, как будто его советчик. Кстати, я сюжетку фонтейна еще даже не начала. Я с учетом. Ой, ты прям много пропускаешь. Там интересно? Это... Интересно. Это сравнимо с миссией «Опасная тропа». А, ну просто, честно говоря, еще не отошла от Сумеру с днем сурка. Да. Потому что я до сих пор вспоминаю этот страшный сон. Я, короче, просто вижу много всяких видео на ютубе о том, что люди проходят Геншин там миллиард раз на разных персонажей с разными там этими, без молитв, без там оружия. Короче, может быть, видели там «Позевашка» называется канал? Сука, он не заспавнился. Нет, ты что в этом канале? Он не заспавнился, считаю, нас обманули. Вот. А, ну короче, там, короче, парень проходит Генша вообще за одного ГГ и только с элементом региона. Кошмар! Типа... Боже, я ему как? Просто. Я ему просто выражаю соболезнования насчет гео ГГ. Посмотрите на услуги, там у него столько разных челленджей, типа Геншин без элемента, то есть он, короче, всякими разными фичами, багами проходит и так, что он вот, ну вот еще там, когда первое задание, не получает у статуи немо элемент, и он всю игру ходит с, ну, с серым, как бы. Вот, я очень много к нему это хватает. Терпение, потому что я один раз была на его стриме, и он еще, короче, спидран по Геншину устраивал. Он играл в Геншин подряд 25 часов. Кошмар. Не, он ну, это слишком. Да, это слишком. Мы все ж таки немножечко беспокоимся о своем здоровье. Да, чуть-чуть. Я вообще 25 часов вел стрим. Так и задохнуть можно. Хотя я видела какие-то неадекватыши вели 20 или какие-то. Короче, больше суток они играли. На протяжении всего времени играло 2 или 3 человека, и они вроде бы как не сменяли друг друга. Это кошмар. Мало того, что там уже пальцы устанут играть. А что играть? Репертуар-то, он же не резиновый все-таки. Человеческие способности тоже имеют свои пределы. Что они там играли, я не знаю, но это вызвало у меня просто восторг. Просто интересно, был ли какой-нибудь человек, который все 25 часов смотрел этот стрим? Однозначно были. По любасу, да. Ну, я даже максимум выпуск сделал 2 часа. Кого-то ты уже убила. Ничего себе. Я, короче, долго не могла пройти сюжет Сумера. Потом я решила пройти сюжет Сумера и прошла его за 2 дня весь. Я просто играла по 7 часов в день. Я просто монотонно кликала диалоги. Это было очень грустно. Так что сейчас боюсь сюжета. Потому что я начала его проходить, и я испугалась диалога с Линни еще там. Сине. Ну, короче, вот на этом. А почему испугалась? Боялась пропустить интересную? Потому что его было много. Его было много, и опять подумала, что вдруг Фонтейн — это повторение с Сумером. Но просто очень много слышалось по Фонтейне, прям классный сюжет. Я думаю, надо, наверное, пройти. Потому что, когда выходила там на Дума, я играла, когда еще не было Драконьего Хребта. Это я, конечно, олд. Они агрятся в стену, дурачки. Ну это бывает такое. Не, это самое, к сюжету у Фонтейна готовься рыдать.
Это просто великолепно. О, попрыгунчик, ёпта. Не бей меня, пожалуйста. Как же он красиво светится. Да уж. Это ж... Что нужно бы сделать Кайнриарху, чтобы вот такие вот чудовища превратиться? Это вообще... Ой, сколько много всего. О, еще эти стреляют. Прощай. Ой. Как? Это я дурак. Ты убил меня. Я хотел что-то сказать, но я забыл. Пойдемте пока что к пирохидеи еще раз сходим. Я пока вспомню, что я хотел сказать. А, я как-то чисто для прикола зашел на колесо фортуны и ходил на всех боссов рандомными персонажами, которые убирал колесо фортуны. Можно такой сделать контент, в принципе. Ну, у нас не так уж много персонажей. Ну, на основе чем? На основе персонажей сколько много очень. Ну и в конечном итоге там остался один Аято Камисата, ему выпало идти на Океанида или на кого-то кого-то такого. Или на Гео Вишапа. Короче, на кого-то, с кем он точно не мог справиться, в одиночку тем более. Поэтому... Зато попался Нювелет на пироги, поставить, я его уничтожил просто. Все, прощай, пирохидея. Ой, какой у вас сильный Кэя. Мощь. Все, смола. Просрано два пылающих семя вместо трех. Спасибо. Будем заканчивать, друзья. У нас получился такой насыщенный выпуск. Тут, конечно, больше историй про жизнь. Но вот так вот и сплачиваются игроки Genshin Impact и комьюнити. Зато есть тема на следующие записи. Да. Следующая серия у нас будет Лиоэ. Задание мира и исследование мира заканчивают. Эта серия будет подлиннее, чем это. А потом Инадзума. Между ними будет ивентик, все такое. В общем, плейлист по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм, комментарии пишите. Всем удачи, всем пока. Пока.